Мы бы хотели узнать ваше мнение по поводу вот массовой вырубки тополей в Назарово. Ой, я вообще, у меня нет слов абсолютно. Это вообще варварство какое-то. Разве можно вот так вот делать? Тут и не только тополя, тут столько всего повырубили, я не знаю. Как можно это зеленые легкие города и вот так вот безобразно вести себя, вот, ну, как сказать, неграмотно просто, я считаю. Тут где надо, то не срезают, а где не надо, там уничтожают. Ой, не надо их вырубать, пусть они лучше будут. Я против, сколько же его надо вырастить, этот лес, чтобы потом просто раз и срубить это его. Экология. Но. Экология? Нет, я, конечно, абсолютно против. Жалко деревья. А что уже скажешь? Серьезно, вот серьезно, вырубили, Ладынина стоит как сирота. Зря вырубали. Зря. Половину можно было оставить. Половину, ровно. Мне кажется, что надо было поберечь. Почему? Вот сквер Ладынина. Ну, хотя бы по периметру бы оставили бы тополя. Или, ну, где-то что-то. Ну, это вообще горели. И когда теперь это вырастет, и когда это мы дождемся, я, наверное, думаю, я, наверное, уже этого не дождусь, когда будут деревья. Нельзя такие озеленения вырубать. Наоборот, бы лучше деревья высаживать, наоборот, бы облагораживать территорию. Город голый, парк Марины Ладынина, он тоже полукрасивый. Сейчас там вообще некрасиво. Зачем рубить? Нет, надо беречь, а как же? Я, конечно, против. Потому что, ну как это так без зелени, как это без растений, ну как без деревьев? Мы же все-таки в Сибири живем. Но мы же не в пустыне живем. Я считаю, что нельзя вырубать.